Right, on my way. You're a lifesaver. Всем привет. Всем благого. Я вас поговорю. Привет. Короче. Я, ну да, вот мы, я, короче, у меня все получилось. Вот, все сделал, то, что надо. Короче, типа, в чем прикол? Объясняю. Было 12 штук, вот этих надо было уничтожить. Вчера я 6 только уничтожил. Ну, 6 хочу уже с вами доделать с вами задание. Ну, блин, ну потому что... Почему бы и нет? Да, 800, нормально. Here's a plan. These four walls are getting me down. We need to look for an upgrade. Машины у меня пока нету, а мне идти нужно. Да, ну и что, вот туда, знаешь, как далеко? Держать. Я буду полностью, да. Hey there. We've got an offer for you, if you'd like to hear it. Screamer nearby! Better watch out for plague zombies. Locked. I hope nothing heard that.
сейчас будет. That's not good. Запас? Подожди, а патроны ты? Патроны у нас что? Какой? Да нет, вот. Патроны 22 калибра. 20, 12 калибр. Подожди, я не понимаю, тут какой калибр. 9-миллиметровый. Тут какой? Тут вообще 12-й. Тут 9. А это, подожди, 22-й калибр. Это что у нас? Вот эта пушка? Двенадцатый калибр. Это у меня есть. Так я вообще не туда иду. Блять, мне срочно нужна тачка. А тачки нет. Подожди, нет. Позволяет чинить. Да, как мне чинить оружие? Ну нахер. Я так не знал. Вас много. Oh crap, is that a feral? Патроны,
Да это не... Да это игра нечестная. Это нечестно. И похер. Это... И похер. Алло! 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 Игра, блин! Алло! Отъеби! Пошли его to be in here for long. I think it's hurting. Cut it up now. Сколько это барахла, блин. Worse?
Это гранат, гранат, не будет. Патроны, подожди, давайте. А, подожди, у них что? 5, 5, 5. Это нахуй выкинуть. Вот, this place was worth searching. Арбалет. Подождите. Арбалет. Пистолет. Спортивный МК. Точность. Отличная. Блин, ну. Арбалет. Легкие дротики. Специально на некоторые. Арбалет пистолет, а он не меньше, чем стандартный арбалет. There's no room for that. Я даже не знаю, что выкинуть на самом деле. Давайте выкинем. Вот это вот. Теперь давайте посмотрим, что у нас. Давайте дальше идти. Раз, два, три, четыре. Тут даже, ну смотрите, ну 5 просто. Я на самом деле даже не знаю. Ну смотрите, там было 12. Там было 9, ну и там... Мне нужна тачка. Вот серьезно, против меня нужна тачка. Давайте проверим, как это вообще работает. Now that I've got a place to stay, maybe it's time I find a turntable so I can play all this vinyl I've been collecting. I wish I had room for it. Это так работает, окей. Арбалеты и дротики иногда можно подобрать после. Ну что? Ну, пока давайте будет арбалет, он что-то... А, вон вижу. Either we respect our storage limits, or we get used to losing supplies like this. Фартомный. Ну, по сути, он на 30. Потерял 3 топлива. The air feels warm and sticky. So gross. Давайте возьмем это оружие. Патрон, вот, конечно, нет. МК-5. По сути, вот. Ah!
Not possible. Почему? This one's locked. С автоматом, если честно. Что мне с автоматом? Где тут? А, вон, вижу. Блин, мне бы гранату бы на самом деле. Что, кажется? I think it's Hardy. Get them now. I like this place. Outpost maybe? По сути. Скажу области. Блин, я не знаю, куда идти-то? Понятно. Может что-то нечестно. Ну извините. Может заебал тут, блядь. Я уже заебался, блядь, искать им, блядь, припасы, сука, оружие, я заебался. Да, я знаю, игра на этом построена. Но я уже хочу просто сюжет пройти, просто обычный сюжет. Джан! Okay, the jam's clear. Too much. Ha!
блин, да, еби. Сколько бабы, блин. To be in here for long. Why you my boy so hard? Can't do it. Looks like our poor storage led to lost supply. You've been hanging us out to dry, and we're tired of it. You're self-useful, or else. That's just terrible. Really, so hard? Все, последний. Просто интересно, что будет дальше. По сути, я выполнил. Мне тачка нужна. It's hard to believe. We're this close to wiping out blood plague in our town. This is it, the last one. I think it's hurting. Can't let him down! That's right, you did it! No more blood plague in our town! И чё? Играешь? Что ты дальше предлагаешь? Что ты дальше предлагаешь? Что-то мне дать. Создать наследство. Выполните поставленную лидером задачи и допишите историю своего сообщества. What? Вот теперь эти задания. Гибель мечты, охота за проигрывателем. Пора переезжать.
If I don't do this, no one else will. What the... То есть это так работает? Жизнь на фирму Мазли, и знаете, что хочешь дальше? Пора переезжать. Окей, давайте расширим. Давайте сюда тогда. Это очень... Лагерь Киленку. Машина. Как будто, блядь, машина вообще нет. Я, блядь, НХЛ, а ну все машина. Вот. Это слишком далеко, если честно. Это слишком далеко. И надо, чтобы она была заправлена. Блин, Юра, это 50 километров, серьезно? Другого у нас выхода и нет. По сути. Патроны. Парковка, вот, кстати, может быть, вот здесь что-нибудь сюда, вот. It's a fixer-upper, but this could make a nice base. Это слишком далеко, если честно. Окей, давайте посмотрим. Ну, кстати, отсюда выход недалеко. Видите, уже тут все половина готова. This isn't going to open. Too loud. Я звучу слишком громко. Второй этаж? Надеюсь, это... Operatives are on the verge of completing Project Lighthouse. Congratulations to the men and women making it happen. Too loud. Это слишком, кстати, огромный. Дурак, что ли?
Тихий дом, или как? Их просто убить. Первое место, в котором вот я мы нашли. Тут очень много живых. Даже не знаю, типа все равно, да, мне типа, место новое надо искать зачем-то. 13. Something's still moving in here. Either we respect our storage limits, or we get used to losing supplies like this. По заданию, да, я типа должен будет по заданию. Ничего, ну, где оно? А тут должно хватить. А, то есть, смотри, то, что есть топливо, машина, две, мусор, спальня одна, склад, зона отдыха, встраиваемые кровати. Старый колодец, очень старый колодец, глубина которого, а каким-то чем до сих пор ниже горизонта и грунтом воды обеспечена всю базу чисто питьевой водой. А, то есть это вода, я думаю, это топливо. Всего ячеек 13. Два больших ячейки, одно куплено к струнному объекту. То есть, типа, тут, не, ну, это, конечно, база хорошая, но у меня нету... Мне нету людей. И на самом деле, по выходу это классное место. Выходу. По выходу это классное место. И тут прикол в том, тут нет машин. Серьезно. Тут нету тачки. Вот построен сбон. Имеет место небезопасное. Тут вот еще граждане. Давайте сюда сходим. 900 метров.
Ну и чё? По сути, мы выполнили. По сути, мы выполнили задание. There's a screamer. Не скрикай, не скрикай, скрикай, блядь. Слушай, я поплыву. Ну и не надо, за мной не надо. Пока. Серьёзно? Блять, это вон тут море будет. Это вон тут море будет. Какой-то зовут. This isn't going to open. Too loud. More fight. Че не в гражданстве делают? Кто из вас знает? How have you been? We're getting a lot of infestations around here. That's not good. Чуваки. Пока ничего не известно. Выносливость, интеллект, Later. Hello there. Да, да, да. Знаете, вот, стрельба, инфраструктура. Подожди, а что такое инфраструктура? У меня просто есть книжка по инфраструктуре. Окей. Угрожать, знаете, вести торговлю. Let's see what's up for trade, eh? I'm on board with that.
Man safe out there? Is anyone out there? I could use a little help. This will help a lot. I'm not carrying more stuff. Блин, на самом деле, пока я еще не How goes? Leave her or shoot. Did you really just say that? You're really not welcome here. Walk away, or I'll make sure you carry. Ну по сути я бы взял бы только парня, которого. Your little reign of terror is done. Say your prayers, asshole. You're really not welcome here. Чувак, ты серьезно? Ты на батьку? Stupid thing. Okay, the jump's clear. Finish it off. Dragged it!
Подожди, где машинка еще? Заебали, выстрелили меня, заебали, блядь. Thank you.
Hey, how's it going? Стрельба, ну что, он выглядит обычно. Hey there. Ты чем? Закупки. Что за закупки? А каждый раз, когда я прохожу мимо, эти психи достают пушки и орут на меня. Мне это уже надоело. Ничего себе, это абсолютно недопустимое поведение. У них наверняка есть на это свои причины, да и я с ними поговорю. Чё, пойму. Вот. На сторону Софии. Looks like our poor storage Left lots of supplies. Okay, good. This is such bullshit. They're goddamn psycho. You had your chance, but you ignored us. Now we're done playing. Next time we see you, you're dead. I suppose they want us to feel scared. Well, I'm tired of being scared, so I say fuck that. You can come in, but watch yourself. Hello. Oh, it's you. Выжившие. Блин, ну по сути, у них нету. Ну, кстати, они хорошо выслужили. Для базы. Ей нужен отдых. Уровень сложности. База. Низкий уровень риска, оптимизм у них хороший. У меня 4 человека, 2 спальни. Damn playing cards didn't stand a chance. Now, what's next on the list? What's next is figuring out how to really improve this town. I have some ideas. Так, ну посмотрим. Подожди, стоп, ладно, а это где? А это хуй его тут у его. Один выживший надежный помощник, правильно. Моя точка, блять, я же на точке. Let's go.
ever. I see you're still kicking. О! Так, он подавил. It still bugs me when people don't wash their hands. Серьезно? Блять, я там держу руки. Я же думаю, приехал. We're getting a lot of infestations around here. That's not good. How's that job you were working on coming? Institutions, the government, the flag, they're all gone now. У меня почти не было шансов выжить после того, как он все, поэтому у меня такое чувство, что я дважды одолел того, это точно. Thanks for taking care of that. Спасибо за помощь. Once we get this place safe enough, people can have families again. We'll have to get rid of some of our resources unless we get more storage. Знание механика нужно. Стоп. Знание механика нужно. Hey, stranger. Later. Знание механика. А я могу что-нибудь. Я могу что-нибудь вообще научить. Я могу что-нибудь научить. Я могу, по сути. Нет, это не то. Hey. Later. Так, тут это не то. Hey, Sheriff, we got a serious problem out here. On my way to your location. Hey, thanks. You've been doing so well lately that you'd think I was running the whole show. Totally worthless.
Блин, сильно на самом деле изменять. Я прикинь, а у меня все это есть. Ну, сука, конечно. Конечно, блядь, у меня есть. Стоп, а патроны какие? А, подожди, это же тачка. Это же моя тачка-то. Вчера. Я знаю, что мы не на короткое время, но мне нужно, чтобы... Да! Так, ну... Я знаю, что мы не на короткое время, но мне нужно, чтобы кто-то мне прикрыл по крестному разному... Sweet! Да, окей. Что-то... Ну, лучше... Careful, incoming Zed. Мы полностью полагаем на себя в этом вопросе. Наибольшего пользуется. Кстати, у нее не оружие, нихуя у нее нет, походу. Feral spotted. Сарай, смотри. Этот, что ли? Серьёзно. Тут никого... Можно выбрать место для базы. То есть... по сути, это... то есть вот сюда она... Окей, давайте сейчас на паузу поставлю.
пошли. I guess this is the place, huh? Thanks a bunch. Anytime. So long. Добавить спутника. Уже я вам еще обижусь. Отмазка. То есть я могу его купить? What's up? Ну, если он, конечно, купит. Come with me, will ya? I'm right behind you. Я прям за тобой. What's on your mind? Wanna make a trade? Okay. Что ты продаешь? Ну, вот теперь мы можем типа 5. Wow, that wasn't so bad, was it?
Looks like our poor storage led to lost supplies. The network is not a political cause, and we're sure no military group. We're just us. And whether you know it or not, we're with you. We've got a visitor here. Can you come see what they want? Ой, борется со своим бот. Офигенно, 250. Для поднятия боевого духа уничтожить скопление, создать амопост. Водопорт лучше жизни. Окей, то есть, типа, мне надо от чего-то избавиться. А водопровод только на улице я могу поставить. Не могу этим сделать. Лучше нам... I consider all of you family. I'm so glad I met you. What's on your mind? Урожай, вы знаете, вести торговлю. То есть, типа, поговорить с этим незнакомым, угрожать, пусть... Hang in there. Things are good between us and them. Let's keep it that way. You aren't looking for me, are you? Yep. Let's put something down first. Могу ли я выкинуть? Примерно. Not possible. А почему? То есть потому что у меня нет этого навыка? Не то. There's no room for that. Потому что у меня нет этого. There's no room for that. Not happening. So, good call.
The jam's clear. Yeah. I wish there was a bigger way I could show my gratitude, but this reward will have to do. Take her easy. Дал вам всего 4 штуки. Блин, скорый, да? И нахуя? To salvage something from this catastrophe. Да хватит, блядь! Что за пиздец? Ёб твою мать, да чё вообще за пиздец? Да мне насрать на все эти новости, насрать мне, блядь, на они. И кто что начал стримить? Мне насрать на это. Дай сейчас спокойно, блядь, поиграть. Я знаю то, что больше... I hate to ask, but we could use a little help over here. Да, я...
wants to train. We're open for business. I hope nothing heard that. Я хочу, чтобы ты, осмотрелся и похлебил. You got it. Ладно. Well, beggars can't be choosers. Super glad to find this. Let's put something down first. Hey, I found it. I'm down. Hang tight, on my way. You're a lifesaver. Знаешь, что предлагает Full Gym? Lost supplies.
What's next? Too loud. Danger now. When I find something good. My scavenging went well. That. And now the zombies are coming. Wonderful. What? Let's put something down first. Uh-oh. Потрёпанная бумажка, на которой забыла это... Потом сограни... Возможные цели, значит, место, где жили одиночным одинокого выжившего, выходит, их убил тот, кто написал записку. Это моя база, но назовем перечеркнуто. Может, они увидели, что мы надежно защищены и решили не нападать. And this last target. А вот и последняя цель. That's my place. We've got some angry folks attacking our home right now. Fuck. This way, hurry!
you too. We can win this! Keep at it! Как и на меня. Мне просто интересно. Это работает так же, как и на меня. Если это так же работает, как и на меня, то давайте отключу. Давай. Да чё вообще? Извините, а что это было? Извините, а что это, блядь, было? This was a goddamn senseless loss, I'll tell you that much. Блядь, мне всё там оружие. Should be more careful. А что это здесь было? Что это здесь, блять, это было? Пошлите, блять, поставь. Я не понимаю, плюс 4 даже работает на врагов? Ну это, блин, это не включено. I hate to ask, but we could use a little help over here. Я знаю, я бизнес, блядь, не знаю. Как я, блядь, как я могу умереть? Блядь. Иду я болтать. Блять. А what if I could? Ну я говорю, у меня вообще ничего нет. Как я вообще, блядь, смог умереть? Ну да, стоять. Дверку мне еще, блин. Нет. Сука, блядь, классный персонаж. Да это, блядь, это очень странно, почему? Вот. I'd like to follow up on a topic we were discussing yesterday. Project Osiris dispatch. Mayday received. Credentials check out. Osiris, do you copy? This is Red Talon. Please respond. Damn it! Can't you see this conversation is for grown-ups? Osiris, realign. Давай, спутника.
Come with me. Two's always better than one. All right, lead the way. See you around. Это, блять, это мое тело, ёб твою мать. Это мое тело. Выкинуть. No room for that. I'll get your things home, hun. Don't worry. That's not going to fit. That's not going to fit. I'm a little full at the moment. Это какой, блядь? Это 12. Ну, заебись, если честно. Самое важное, подожди, самое важное, это вот это. Это вот, блядь, это... Мне нахуй. Either we respect our storage limits, or we get used to losing supplies like this. Hi. Sure. No room for that. Crap. Калашников тоже надо взять. Калашников, блять, надо взять. Пиздец какой-то. Это на. Это подожди. Давайте это выкинем. Times are good these days, but that's no excuse to start getting lazy. Судя по всему, жители метка снимаю порядок. Патронов у нас так все так же много. Пример изучение, блядь. А может как-то. А может как-то. Hey, good to see you again. Нельзя, давайте еще одно. То есть. Вестит. Вестит. Hey! Шитье. Let's trade, okay? I don't see why not. Патроны. Блин, ты их твой. Hello there. Стрельба. Вести торгу. Чуваки, а вы можете со мной просто сесть и отправиться? Можете. Можете сесть со мной и отправиться. Gross. Где, блядь? Как, блядь, я мог умереть? Как? Не понятно. Не надо машину сгрести. Yeah.
Ну это очень странно на самом деле, почему? Передайте починим машину. Блин, топливо, кстати, здоровье тут. Нужно здоровье. Сука, я столько времени водопровод улучшить башню. We need to do something about these infestations. We could use some clear leadership. Хотят воду, производство химии. Подожди, если ваш лидер торговец, подожди, изготовляем обеспечим топливо. Топливо, а вода где? She deserved better. Поэтому у вас базы водой. Good to see you. Don't be gone for too long. Hey. Remember, stay safe. Че они еще хотят? Че они, подожди, че они еще хотят? Я даже на... А, все, блин, не пиздец. Создать наследие. Создать наследие. Один... Внешние цели. Создать наследие. Создать... Как наследие? Внешние цели. Создать наследие. А где это? А где это? Создать наследие. Внешние цели.
I can't expect our supplies to stay in good shape if we just leave them lying around. Гумлы тебе поставили лидеры задачи, напишите. Подожди. Я не помню, что это как я. Просто дай ладно. Строитель. Ну, знаете, забыли. Заебись их трое. I hope you can hear this. Ну, то есть, поставили задачи. Куда их наследить? И как? То есть вот это все должно выполнить? Ну, про таинство торговца. А может нахуй? Может тут просто нахуй? Блять, просто нахуй. I hope nothing heard that. Блять, ну здорово, надо было. Полчаса выполнить только одно задание. Одно задание. Еще полчаса, если вот не сплю, полчаса собирать предметы. Собирать. Я имею в виду, что полчаса уходит на все это. Так я просто округляю, если что. Полчаса, потом еще полчаса другие предметы. И ты должен полчаса сначала отвести одни предметы, потом еще полчаса. А это еще включает то, что ты должен их сначала найти. Я надеюсь, это типа первая карта, которая у нас была. Пока я на самом деле не понимаю. Roll up your sleeves, kids. Да, это первая карта. Это типа первая карта.
Да, это первая карта. Ничего на самом деле никто не поменял. Да, это первая карта. Мы как бы вернулись к началу, что ли. Обезопасить территорию. Вот, смотрите, а вот тут, да, здесь, сколько всего, вот подожди, а сколько вот, нет, сколько всего их, то есть, а вот сколько всего их, видите, ну хотя бы 12, ну что, 12, блин, ну на самом деле, типа, тут игра, она бесконечна, да, это, вот, мне кажется, эта игра бесконечна. То есть, типа, я не понимаю, что. Я же купил. Голландовый, блядь. Давайте. Вот, вот все, все мы начинали, вот все. Там найти новых людей. Настройте объекты для расширения базы. Создавайте аванпосты. То есть аванпосты надо создать. Вот, по сути, аванпосты. Да, нужно больше людей. Нужно больше людей для этого, чтобы создать. I'm sorry, I can't. Соответственно, вот как-то так. Давайте, мы опять вернулись к своим баранам. То есть мы опять вернулись в начало. Так что первая карта мне больше понравилась. Ну, вторая, она, ну, так скажем, ну ни о чем, блин, ну, как бы, новая карта, новый персонаж. Ну, больше он старый. То есть нам придется искать нового персонажа, который мне должен понравиться. За которые буду все время играть. Вот, не включая вот этих двоих. И я на самом деле не понимаю, почему я используя читы, например, о бессмертии, почему это действует и на выживших. Ну, то есть не выживших, а на... Короче, на противников. На зомби, типа, окей, это не действует. А вот на людей, типа, это действует. Что? Вообще-то, по сути, должен быть только главный герой иметь такие силы. Назовем это так. Вот как бы так. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставь лайки. Я даже не знаю, как сильно называть. Прощай, Джо. Потому что Джо это вообще-то более мужское имя. Это Джо. Джо это может быть и мужским, и женским. Джо. Может, кликуха Джо. Все, всем пока.